В Москве начался прием заявок на региональный этап молодежного инженерного чемпионата «Первый элемент». Участвуют школьники и студенты в возрасте от 11 лет до 21 года. Ребята будут конструировать радиоуправляемые модели автомобилей на водородном топливном элементе. В финале устройство примут участие в 6-часовой гонке. Конкурсантов ждет 20-часовая обучающая программа. Участники получат инженерные навыки и знания в области энергетики, химии, электроники. На соревнования отберут не менее 20 команд от 4 до 5 человек. В каждый коллектив войдут пилоты, механики, инженеры и дизайнеры. Чемпионат проведут на ВДНХ. Пробные и квалификационные заезды запланированы на 17 марта, а финальный — на 18. 5 лучших команд поедут на всероссийский этап конкурса, который состоится в детском центре «Смена» в Анапе. Подать заявку на участие в соревнованиях можно до 6 февраля включительно по ссылке, указанной в описании.